Всем привет, друзья. Минус 19. Показывает телефон. Какой-то человек стоит уже, ждет меня. Заключительный день морозов пишут, да? Завтра, сегодня тепло уже должно стать. Не, стать должно тепло. Да, минус 8. Бэха чуть пригружена. Я тоже. Так, сейчас хочу показать вам один момент для тех, кто любит аккумуляторы побольше поставить. 62-й, 580 пусковой, вот так вам будет лучше видно. Не уверен, что заведет, а может и заведет. 62-й тот, что вчера немного это поцарапали. Но новый. Вчера ему чуть-чуть шкуру подпортили. Просто интересно. Сейчас мы тут лишнее повыключаем. Друзья, 62-й аккумулятор, 3-литровый дизель заводит. Так что кто там хочет поставить на 1.6 какую-то 80-ку, 70-ку и тому подобное, не занимайтесь тем, чем не надо. Ну как тебе 62-й? Это я, слышишь, видео. Очень плохо, покупать сотку, если можно раз в 2 года менять 60. Это я, да, рассказываю и тебе говорю. Ты он на своих глазах убедился. Все, завели и поехали. Да, тяжело, он, конечно, тут должен больше аккумулятор стоять, но это просто в виде эксперимента. Такое утро. Что у нас тут показывает? Видите, а тут 14,5. Конечно. А так мне 20-ку. 19. Сейчас я вам на втором телефоне покажу. Давайте нормальный телефон достану. А, давай, давай, у тебя аж покруче. 20-ка. Киев. 19. Дата, видите. Ну вот 19-20, оно на одном так показывает, на втором так. Вот на айфоне 19. Все, поехали на работу.